Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Дарья Дроздова. Сегодня у нас 13 сентября, и я вам хочу показать вечернюю архипелагу. Так что идем смотрим. Кому нравится, ставим лайки, пишем комментарии и не забываем подписываться на канал. Сейчас, друзья, мы отходим от Альбатроса, от центрального входа. И идем в центр. Столовая Кашалоп, бары уже открыты, Легенда, Торнадо, все работает, люди веселятся, очень много людей, для сентября, конечно, людей много. Настроение у всех веселое, хорошее. У меня тоже, соответственно. Сейчас пойдем в парк Малибу, посмотрим там аттракционы, как вообще отдыхают, много ли детей. Сентябрь все-таки, дорогие друзья. Собственно,
вот быдла, которые стоят здесь на входе. Контингент смотрите сами. Это такое заведение не для всех. Люди, которые себя уважают и хотят маленько другого качественного отдыха, идут в другие заведения. Торнадо заведение для быдл в основном. И персонал, который работает там, то же самое. Относится ко всем как к быдлу и сами такие же быдла. Поэтому это заявляю вам я, так как я уже об этом знаю не понаслышке. И знаю от многих даже людей и посетителей. Так что выбирайте вам, дорогие друзья. А от меня честный вам отзыв. Идем дальше. Вот так вот караоке поют. Веселятся. Кто-то поет, кто-то смотрит. Сейчас посмотрим, подойдем. Просто, ну, очень красиво, классно. Все еще работает, все светится, друзья. Такие машинки тут катаются с ребятишками, ребятишки с машинками. Здесь тоже караоке, люди поют, отдыхают. Очень красиво здесь прогуляться, так классно. Все светится, все так ярко.
Так, заходим в парк. Веселые горки. Можно прокатиться на веселых горках. Тир. Автодром. Давайте посмотрим. В детстве любила эти машинки. Пишите в комментариях, кто тоже любил этот аттракцион. Тут даже есть, посмотрите, XD видео, кинотеатр. Так, сейчас посмотрим по ценам. Так, колесо обозрения 400, автодром 400, ну, веселые горки 400, тут по 400. Evolution 600, хип-хоп 400. Так, Viaboard, кинотеатр XD 400. Тир, лебеди 400. Паровозик сафари. Это все по 250. Батут, джунгли 250, батуты по 400. Друзья, аттракционов тут достаточно для того, чтобы поразвлекаться с детьми и взрослым тоже. Все ярко светится, так прикольно, классно, по-праздничному. Есть комната страха. Кто желает посетить, пожалуйста. Такое развлечение для самых маленьких. Это рыбалка. Очень много людей. Посмотрите, это цепочки наверху крутятся. Так классно.
колесо обозрения. Не такое высокое, но тем не менее оно имеется. Самый такой здесь 600 рублей стоит. И такой возбудитель, я не знаю, адреналина, наверное, это Evolution. Ага, ага, смотрите, кто тут ходит. Вот она она. Красотка. Разные кафе на улице Школьной можно посетить, также повеселиться, покушать шашлыка, каких-нибудь вкусных салатиков. Сами видите, что еще много людей отдыхает, так что не стесняйтесь, собирайтесь, приезжайте в Архипа Осиповку, здесь круто, классно и весело. На этом, дорогие друзья, у меня все. Желаю вам счастья, удачи, успехов. Подписывайтесь, кому понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. А я с вами прощаюсь, как всегда, ненадолго.